Согласно предварительным итогам последней призывной кампании, Ноябрьск традиционно вошел в тройку лидеров по количеству призывников среди окружных муниципалитетов. Служить в разные регионы отправились свыше 350 срочников. Причем исследования окружного военного комиссариата показали, что почти 94% призывников пошли в армию охотно. В целом по округу количество молодых людей, отправившихся служить родине, превысило 1600 человек. Таким образом, Ямал перевыполнил план призыва на 13% и вошел в число лидеров по этому показателю среди субъектов Российской Федерации. Перевыполнение плана связано с тем, что соседние субъекты Российской Федерации, значит, не смогли в полном объеме выполнить задание, так как есть объективные причины. Вы знаете, что мы перезываем сейчас демографическую яму лихих 90-х годов. Вот. И тем более, что на тех территориях призыв проходит два раза в год, в отличие от нас. Мы призываем ребят только осенью, вот. А там призыв идет в течение практически весной.